8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Эта дата приурочена ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Именно поэтому праздник традиционно пользуется популярностью у желающих пожениться по всей России. Так, в нашем округе в этот день вступят в брак больше 300 югорчан. Максимальное количество заявлений зарегистрировали в Сургуте. Там планируют пожениться 46 пар. В окружной столице свяжут себя семейными узами 16 пар, а в Нижневартовске 12. В общей сложности на регистрацию брака 8 июля в регионе подали 175 заявлений. Напомню, что День семьи, любви и верности в нашей стране отмечают с 2008 года. А в этом году праздник стал официальным. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.